Приехали в Костко, такая большая очередь. Первый раз вижу. Первый раз. Вот там вот она заканчивается. Мы сейчас идем. Половина людей в масках, половина без масок. Вот сюда приходится вставать. Вот такая вот очередь. Все еще дистанцию соблюдают. То есть вот такое вот расстояние. Во Флориде это один аллигатор. Так что стоим на расстоянии одного маленького аллигатора. Вот так. Потихоньку движемся. Егор, стой. Стой. Сейчас заразишь человека. Вирусом, квартирусом. Начать кашлять может громко. Пранк такой, да? Жестокий. Смотри, уведут сразу под белые рученьки. Тоже в масках. Многие люди сейчас, буквально прошло пару недель, и многие люди стали в масках, даже у нас. Хотя, наверное, я бы сказала половину. Еще пока что половина только. Половина в масках, половина без. Вот нам еще такую вот очередь стоять. Ждем. Женщина объясняет, что нужно все заранее достать. И простояли в очереди 18 минут. Ни много, ни мало. Зато внутри народу нет. И спокойненько ходишь, по магазину не толкаешься. На самом деле так даже есть в этом смысл. Ну да. Вот сейчас покажу, что народу в принципе немного. Относительно. Вот. Меньше, чем обычно раньше было. Это точно. Вот такое предупреждение, что нужно стоять 6 фит друг от друга. Но мы измеряем в маленьких аллигаторах во Флориде. Такой прикол. Вот, посмотрите, народу совсем немного. Надеемся, что здесь есть яйца. Да, есть, но только органические. Но так как нам деваться некуда, возьмем хотя бы такие. Они в 2 раза дороже стоят, чем обычные. Смотрите, лимит написан 1 штука. Вот оно, наконец-то появилось наше любимое варенье, джем. Всем рекомендуем, кто будет в Костко. Органическое варенье, спред из клубники. Что нам нравится, здесь меньше сахара, чем обычно, и оно такое кисленькое. В общем, очень-очень вкусное. Вот такой вот кешью. Стоит, конечно, недешево, вроде того тоже органический, но другого нет неорганического, так что берем такой за 16 долларов. Орешек не обжаренный, очень вкусный, всем рекомендуем. Так, вот что мы набрали: яйца, гуакамоле, орешки, спред, yes, ягодки. Это так, побаловаться, потому что со скидкой было 15 долларов, стало 11. Рыбка красная тоже появилась недорогая за 7,99. Овощи, перчик вот этот вкусный всегда берем. Цитрусы тоже здесь, мандарины вкусные берем. Бананы. Вот взяли попробовать туну. Я ее, по-моему, раньше пробовала. Она в таких удобных упаковках, как для кота. В общем, вот такая вот большая коробочка стоит 20 долларов. Ну и вот, как всегда, у нас меньше 100 не выходит, 144 доллара. Как всегда, в Костко перед выходом вы должны показать чек. Они делают вид, что проверяют все, и можно выходить. Без чека, без проверки не можешь выйти. Такие дела. А еще здесь такая специфика, что нужно брать вот коробки здесь специально для покупателей, потому что нет пакетов. Как жить качкам? Ни одного яйца вообще, просто разобрали яйца. Зато пиво, покажи, блин.